Я очень рада приветствовать всех на своем канале. Меня зовут Оля, мне 50 лет. Рост мой 160 сантиметров, потому что часто спрашивают, какой рост. Живу я в маленьком городе Волчанске на севере Свердловской области. И строение с веса 115 килограмм. И мой результат уже минус 20 килограмм, даже с хвостиком. На моем канале вы найдете много интересного. И рецепты с подсчетом КБЖУ. И просто вкусные рецепты, которые я стараюсь делать малокалорийными. Еще я занимаюсь садом-огородом. У меня есть и рецепты заготовочек. И вяжу ирландским кружевом. И пою. В общем, кому понравятся мои ролики, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Так, мои дорогие, сегодня четверг, 25 ноября. У нас на улице минус 20. Гулять я не пошла. Ну, как гулять не пошла? Мы с сынулей сегодня проездили, промотались. Там ему в военкомат дали список, что нужно сделать. В общем, фотографии, то все. Приехали поздно, уже темнело. Я так устала. В общем, и холодно к тому же. Меня тут спрашивают часто. Оля, как вы считаете калории? Как вы считали? В общем, решила вам быстренько показать свою тетрадочку. Дело в том, ну, тут вот у меня уже май. Начала-то я вести в октябре. У меня там была одна тетрадочка, она закончилась. Дело в том, что есть такие счетчики калорий. Их можно скачать в интернете. Мне посоветовали один, второй, я несколько посмотрела. Знаете, чем они мне не понравились? Там база продуктов, в общем, это вот выискивать. А если у меня продукт другой, не все есть, что-то там еще. Ну, в общем, это как-то было заморочливо. Мне проще было в тетрадке. Я знаю многих девочек, которые вообще не считают калории или которые скачивают. Еще раз скажу, что я делюсь своим личным опытом, поэтому покажу просто, как я это делала. Вот, допустим, возьмем, вот 5 мая, да, среда, вот мой вес. Я утром взвешивалась, писала свой вес. И пошло завтрак. Да, я сова, у меня все поздно. Значит, на каждой упаковочке продуктов всегда написана калорийность. Я не заморачивалась здесь БЖУ, то есть белки, жиры, углеводы. Я смотрела, чтобы у меня белок был в каждый прием пищи. Ну, старалась хотя бы так. То есть белок, а углеводы, жиры как-то доберутся. Про стиль питания попозже расскажу. Сейчас чисто вот как я делала. Вот калорийность, например, хлеба, да, это у меня бутерброд. Да, это, видимо, два бутерброда. Один с сыром, а другой с колбасой. Вот взвешивала, значит, сколько у меня хлеб. Так, а здесь хлеб. А это, видимо, другой хлеб. Это, наверное, дарницкий. Это какой-то другой хлебушек. Сыр 270. Не знаю, какой. Это, наверное, плавленый, скорее всего. Я уже, видите, я уже сейчас наизусть помню. Почему я сейчас это не веду? Потому что я все уже запомнила, как бы это. Кстати, и от бутербродов я отошла. Я раньше очень любила завтракать бутербродами. Ну, в общем, вот получается мой завтрак. То есть калорийность и сколько грамм. Без весов, без тут никак не обойтись, без кухонных весов. Вот, так что двое весов должно быть в доме. Это напольные, чтобы взвешиваться, и кухонные, чтобы взвешивать еду. Без них никуда, по крайней мере, мне так. Вот это завтрак. Угу. Ага, конфетка, видите? Значит, вот была у меня конфетка, учитываю, вот она, 72 килокалории конфетка, все. Так, поехали, обед, макароны. Кстати, макароны только твердых сортов пшеницы. Это уже в готовом виде. Калорийность высчитываю сама на скачанном кулинарном калькуляторе. Всегда говорю, такая кастрюлечка на бирюзовом фоне значок. Очень мне нравится тем, что там сохраняются все рецепты. Так, печень. Значит, печень тушила, считала сама ее калорийность. 150 грамм макарон, 200 грамм печени, помидоры. Помидоры. Май. Откуда помидоры? Может быть, покупные. А может быть, собственно, соку. Не знаю, не указано. 50 килокалорий. Так, а может быть, свои. А, ПО, пальчики оближешь. Все, это свои, своя заготовочка. Все. Так, и того, и того. Так, это с нарастающим. Вот это я прибавляю. Так, и поехали ужин. На ужин у меня был йогурт, семена ячменя, семена мельна и сухариками. Угу, шаурма. Но это своя шаурма. Я сама делала, рецепт есть у меня на канале. И вот конец дня, 1625 килокалорий. Все, подвела. Так, следующий день. Так, взвешиваю, 6 мая. Посмотрите, какой это вес. О, 98 100, 97 300. Видите? Вот. Так что своя шаурма домашняя, это вам не магазинная. Это я сама тоже. Очень вкусная, кстати. Давно не делала, ладно. Так, ну и все, поехали, то же самое. Опять, значит, что тут у меня? Ага, яйцо. Значит, было яйцо вареное. А может, и пожарила. Не помню. В мае это было. Так, здесь что-то у меня перекус перенесен сюда. Ага. Значит, хотела сначала подписала обед, потом решила, тут у меня был перекус. Так, ужин. И вот
значит, 1330. Ну, в общем, принцип поняли, да? Калорийность. Если это что-то, готовый продукт из магазина, на нем всегда калорийность написана. Если это я что-то делаю, вот суп гороховый, пюре, видите, вот у него какая калорийность. Ну, не мудрено. Скорее всего, я его делала на охотских колбасках. А, да еще я туда плавленый сыр добавляю. Да, он калорийненький. Ага, ну, с сухариками. Кстати, калорийность сухариков тоже высчитываю сама. Это я сушу черный хлебушек, а потом взвешивала, все высчитывала. Вот. Ну, вот так вот я считала калории. Именно в тетрадочке мне так было удобно. Знаете почему? Можно всегда пролистать, посмотреть, ага, что ты ел, какая была калорийность, значит, какие были отвесики или привесики тоже. Всяко бывает, вес колеблется. Ну, все, мои дорогие, примерно показала. Если что, спрашивайте. Если что, я есть в Одноклассниках, напишу тоже, как меня найти. Сейчас тарелочки свои покажу. Ну и песня. Всем здоровья. Пока-пока. Ваша Оля. Так, мои дорогие, опять готовлю свой наилюбимейший завтрак. Одно яйцо, щепотка соли, капелька подсластителя, по желанию, кто как хочет. 2 столовые ложки с горкой перемолотых овсяных хлопьев. Молю в кофемолке. Это 20 грамм. Еще 2 грамма сегодня добавила какао-порошок. Иногда добавляю, иногда нет, для вкуса. И 50 миллилитров молока. Все. Вилочкой хорошо-хорошо перемешиваю. Разогретую сковороду смазываю кисточкой. И выпекаю с двух сторон овсяно-блин. И делаю любую начинку. Но моя любимая — это 100 грамм творога, 50 грамм йогурта. И тоже немножечко либо сахара, либо подсластителя. Я пользуюсь натуральным стевией, на основе стевии. Начинку выкладываем на одну половиночку. Накрываем. Несколько минут. И вкусный, сбалансированный, где и белки, и медленные углеводы. Завтрак готов. Не знаю, может быть, больше не буду показывать, потому что один и тот же завтрак, но, знаете, мои дорогие, он мне так нравится, он мне дает сытость на 4 часа, и он очень вкусный. Ну и, конечно, чашечка кофе. Так, мои дорогие, а это мой вкусный обед. 120 грамм пюре, 180 грамм – это мой ленивый голубечек с перловкой и вот еще с овощами, которые я запекаю в духовке. И еще 120 грамм моего лечо, который я сама делаю. Итого здесь 400 грамм, ну, с маленьким хвостиком. И смотрите, еще пюре я посыплю вот такой штучкой. Дрожжи пищевые неактивные. Это источник витаминов группы В. Сейчас неудобно мне левой рукой. Вот так они выглядят, вот как хлопья такие, типа порошочек. У них такой интересный сырный вкус. Никогда я не пробовала пармезан, честно скажу. Но они говорят, вот похоже по вкусу на него. Значит, пюре я делаю на воде и с молоком. Причем водички побольше. Минимум масла. То есть такое его делаю не густое. Там с калорийностью порядочек. И по поводу своих заготовок. Вот знаете, как они меня выручают, когда нет свежих. Потому что это овощи, я их не перевариваю, не пересаливаю, уксуса там минимум, только чтобы для сохранности немножко. Покупайте мои овощи в магазине, такие как помидоры, огурцы, перцы, я никогда не буду. Они безвкусные, я не знаю, как они выращены, это просто пластмасса. Ну, это на мой вкус. И вот, не знаю, садоводы меня поймут. Магазинное ничто не сравнится со своими овощами. Так что, вот. И еще у меня сегодня будет десертик. Сынуля меня сегодня уговорил. Купили мы чокопайки. И вы знаете, производители уже о нас заботятся. Здесь там прямо на коробке было написано. Вот порция. В одной порции 30 грамм, 128 килокалорий. Вот. Вы знаете, иногда нужно себя немножко баловать. Ой. Не могу, что-то последние дни прям хриплю и хриплю. Вот. Так что иногда вот с чаем можно себе позволить. Ничего не вижу в этом страшного. Если это все входит в дневной, так сказать, колораж, если это все вписывается, ничего. Ну, не хотите, не делайте. Если это вас сорвет, если вы не остановитесь на одной штучке, я наливаю несладкий чай и маленькими кусочками смакуя, как бы вот удовлетворяя свою потребность сладкоежки. Но это не каждый день, далеко не каждый день. Это у меня может быть раз в неделю, не чаще.
И сразу покажу, потому что ролики не люблю выпускать поздно, что у меня будет на ужин. Вот у нас с мужем на ужин будет 3 рыбки. Ну, одна мне, 2 ему. Еще, может быть, 100 грамм пюре положу. Может быть, еще немножечко лечу. Вот такой будет ужин. А, совсем забыла. Мы же сегодня роллы купили. Опять с сыном нельзя ходить по магазинам. 16 лет ему. Мама, то чипсы купи. Ну, это я никогда не ем. Да, даже на дух не это самое. Вот, уговорил он меня роллов купить немножко. Там буквально там по 5 штучек каждому. Вот. Так что сегодня, можно сказать, у меня читмил такой. Но все равно будет в пределах. Дневной колораж я уже прикинула. У меня где-то будет 1600-1700. То есть я вписываюсь нормально. Забыла сказать, может, кому интересно. Лечо я делаю сейчас, в последнее время, все с кабачком. Мне так нравится. И не перевариваю, чтобы кабачок слегка подхрустывал. То есть у меня там лук, кабачки, перец болгарский сладкий. Все свое и помидорки. У шамана три руки, и крыло из-за плеча, от дыхания его разгорается свеча, и порою сам себя не узнает, а распахнута душа, надрывается, поет, надрывается, поет. У шамана три руки, мир вокруг, как темный зал, на ладонях золотых нарисованы глаза, видит розовый рассвет раньше солнца самого, оказалось, будто спит, и не знает ничего, что не знает ничего. У шамана три руки, сад в рубиновых лучах, от дыхания его разгорается свеча. У шамана три руки. У шамана три руки. У шамана три руки.